Вот этот фантастический бампер, да, тут сделан по высшему разряду. Один очень известный специалист широко. Это типа, чтобы вот так он его закрепил, смотрите, тут второй раз вот это верхние косыночки добавили. Ну, вот сейчас это, я... Руслан, это как на кораблях, плюс и минус, чтобы не корродировало. Блин, а лебедку я забыл взять. Ёханый бабай, вот лошара. На велосипеде привезешь. Да. Сейчас, вон мой велосипед, сейчас покажу. Вон он там, в глубине багажника. Блин, на велосипеде лебедку, да, в одну руку под мышку, да? Мотор под одну мышку. Барабан, да, под вторую. Да, ну так он сделан. Там если не сложно, слышишь, когда снимете, Андрюха, снимите, потом перебросите мне. Снимите видео, как он был закреплен, потому что тут плохо видно. То есть это второй раз это переделывали, вот доварили вот эти косыночки снизу. Сейчас включу свет. Доварили вот эти косыночки, типа усилили. Вот такой болтик прикрутили, вот там еще два видно. Вот к этой жести они были прикручены, то есть вот так люди. Этот человек занимается профессионально много лет тюнингом внедорожников. Ну, конечно, тут уже каждый выбирает сам, чем он занимается и как. Но вообще ярко, вот такой крючочек тут. Что вам сказать? Ну ладно, я думаю, у вас лучше получится, да, Андрюх? Ну, я думаю, да, мы возьмем. Давай для сравнения какой-то бампер покажем. У нас есть пачка арматуры, в принципе. Да. Можно приварить на всю длину машины, да? А это вы делали, да, бампер? Да. Ну вот чуть-чуть отличается, покажу вам сразу. Немножко как-то он и ровнее стоит, да? С учетом, что этот бампер переворачивался. А, этот бампер уже в тяжелом состоянии, этот да? Бампер после... стоял на моей машине, которую я забрал, и она 4 оборота через крышу. 4 оборота через крышу, и он в лучшем состоянии, чем без оборота. Бампер этот и задний бампер, все вот это стояло с обвесом, со ступеньками. Я тебе скажу, чтобы они не стояли, то его бы, блин, поразлеталось бы намного более. Так и у меня будет так красиво или еще лучше? Нет, ну твой так сложно уже сделать красиво. Твой будет красиво крепко держаться. О, это ключевой момент. Красиво крепко держаться. Это ключевой момент. А уже... Так, ладно. Короче, я сажусь на свое самое надежное транспортное средство вообще, купленное в столице Македонии. Очень, очень надежный велосипед. Мне основное, что он очень компактный. То есть багажник, сейчас расскажу, был заложен под крышу. Угу. Мы там что-то чуть-чуть в салон бросили, и велосипед влез. И приехал сюда. Да. Короче, сейчас, подожди. Саня, где ты, Саня? Где ты, Саня? Ну, тебе понравился бампер? Я видел, ты смотрел, заглядывал. Как сделан? Неплохо? Креативно. Что-то? Нормально. Я Сане на лицо не буду показывать, но по выражению лица ответ нормально был, очень, очень, да, такой. Ютуб разрывает. Ютуб разорвет. Привет. Про бампер мы кино снимаем, Женя. Про бампер? Да, про задний или про передний? Не-не-не, про передний. Задний. На фоне переднего хочешь? Иди, тебе понравится. А ну, покажи, Калин. Да, так, надежная конструкция, шедевральная, да. Еще о, и звуковая. И звуковая, а ну, дай. Блин, шикарно, слышишь? Да, так никто не умеет. Да. Короче, Саня на предположение, что YouTube бампер должен разорвать, да, Саня? Да. Что он тут может побить все мои видео вместе взятые, блин, по просмотрам. Если Колян, тебе просьба снять там, когда снимете, снимешь там чуть-чуть, как оно было закреплено, как он там выглядит красиво. Ох, над морем, блядь. Так, ну вот наш бампер после капиталки. Сделали уши, усилили, выставили углы, все. Главное, основное, запустили в лонжерон усилители. Короче, сказали, что центральная часть, это уже можно оторвать ее только вместе с куском гранд-чероки. Сейчас мы еще нам покажут, расскажут что-то. Усилители вон поставили внутри. Ну, конечно, чуть-чуть. Так как он был изначально не совсем правильно сделан, то, конечно,
Идеально не получилось, но в принципе неплохо. Пытались углы, ну как-то к чему-то. Как-то выставить, да? Оно как-то к чему-то выставилось, но если поискать, то естественно разница есть. Я ее знаю. Ну кто увидит, кто не увидит. Ну что такое, короче. Но зато эту часть, короче. Гарантия пожизненная, да? Ну, одним словом, она запущена аж вот сюда в лонжероны, аж вот сюда. Обварена через отверстие снизу, сверху, в круговую. Короче, я понял. Короче, бампер может поехать вперед только вместе с двигателем. С двигателем, а лобовое с пилотом останется на месте. Там на шести болтах М12. Ага, я понял. Ну да, это не 4 болтика М8, как было раньше. Так что, кому нужен бампер, обращайтесь. Есть специалисты, не такие, как были раньше. Мы не можем дать гарантию на раму Чероки, но на свое то, что мы смотрели, блядь, не даем гарантию. Короче, завтра ставим Инсу Турбу, типа Сильвер, и на Фест. Так ты будешь и на этом гонять, и на УАЗе? Ну там по песочку покатаемся, ну, да. Купать не будем, потому что устали уже. Устал менять карданы, редуктора, блин, мосты. Так что тут... По песочку покатаемся. А, ключевой этот номер же надо прицепить. А где он? Ну, это у вас он был. Да. Он был на бампере. У нас он был. А ты видел, кстати, мой номер, нет? Нет. Вот мой номер. Вот нормальный номер тоже. Сейчас. Тут очень известная машина рядом стоит с моей. Ширина, конечно. Тоже фестиваль у нас начинается послезавтра. Эта машина будет тоже. Все будем подробно снимать. Сразу вам анонс фестиваля. Так что сможете увидеть много интересного. Я думаю, приедут машин 5 на Лапландерах, наверное, если не больше там ожидается. Так что будет что посмотреть. И Мега УАЗ будет, и Нео Варвар, и Гранд Чероки, и Бомба должна быть. Все будет. Ждем. Так, номер сказали, сейчас сделают, и не подвели. НА в конце. Подожди, это, конечно, смешно и хорошо, но я просто номера не вижу, я просто в машину. Вот он, в машину. Нашелся, да? Да, Андрюха уже сделал, уже не надо. Андрюха, все, короче. Главное, что... Слышишь, так а с новым номером дороже же работа, да? Да, эксклюзивный. Да. Спасибо, короче, спокойно можно ехать. И не украдут, главное. И нигде грязи не потеряют. Сейчас крадут по ночам, да. И не потеряется, да.